Те, що вони сподіваються, навіть закликають. Ви про Зетвоєнкоров згадали, що зараз використати час, використати таку можливість. От у нас іншої можливості такої не буде. Як зміниться? І що Запад за вас кине, забуде, фінансування не буде, попри те, що намагатиметься, мені здається, писали про те, в одному пакеті фінансування Ізраїлю Україні додатково ув'язати. Як зміниться зараз політика Росії? Российская политика? Нет, что касается Запада, я, вы знаете, думаю, что при всей опасности и остроте, а она вызвана, прежде всего, выборами в Соединенных Штатах, это влияет на Европу, на европейских союзников и так далее, все-таки есть шанс, что это даже интенсифицируется все. Ну, слушайте, то есть да, как бы новые очаги войны, это выгодно России, чтобы отвлеклись с российского повестки, с войны в Украине на Ближневосточную, это в Москве выгодно. Но это может сыграть и против, потому что тогда уже скажут, ну, слушайте, если уже мир пришел в такое движение, то режь последний огурец, как говорится, да, раз такая пьянка. Давайте-ка уже тогда все дадим и больше не маемся, и пусть украинцы делают, что хотят, хоть бомбу атомную создают. В конце концов, все идет, как говорится, понятно куда, и в конце концов, в чем мы все маневрируем, да, иначе мы тут вообще задохнемся в этих войнах, сейчас еще на Тайвань Китай нападет, еще что-нибудь, ну и что, и во что все превратится. Поэтому может произойти и обратный эффект, если справиться сейчас с Хамасом достаточно быстро в секторе Газа, то для того, чтобы стабилизировать ситуацию международную в целом, да, при том, что явно ее Байден не вытягивает, скажем прямо и честно, что в Украине, что в других местах, ну не вытягивает, будем честны, не вытягивает. Ви б куди почекаєте? Ви б куди хотіли дотягти? Тому що ми думаємо, там Байдена... Нікуди, про Трампа ми розуміємо все, да? Трамп – це ще хуже. Нет, ну просто я констатирую, что же я буду обманывать? Ой, великий Байден, он там всех ли одной левый, он там как Черчилль или Рейган. Ну нет этого. Ну нет этого. Мы же видим, а что он мучается? Что он мучается? Салливан к нему подбежит, то Блинкин, он то в одну, то в другую сторону. Это что, государственная политика, государственное начало такое твердое? Это же правда, что это вот так? А не то, чтобы все, решаем, все, и хватит уже нытья вообще, вытья и так далее. Решаем, все, я сказал. А этого не происходит. Поэтому вот эти все вещи, они соблазняются тем, что происходит. Вот сейчас бы у власти какой-нибудь Эйзенхауэр генерал находился. Чего? Какая палестинская автономия? Какие войны? Чего? Куда? Там какая рефлексия была? Там просто сравняли все с землей, и нет ничего. И на это все закончилось.